Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp и новый видеообзор. Туристическая газовая плита от компании Следопыт Power. Плита у нас очень удобная, упакована она в пластиковую упаковку. Конфигурация у нас идет. Сама плита. Инструкция по применению. В комплектации у нас идет также специальный штуцер для подключения к российским газовым баллонам. Вкручивается он в штатное место. Дополнительные прокладки, уплотнители вам не нужны. Все уже есть на месте. Сюда подключается шланг, редуктор и подключаем плиту к российским газовым баллонам. Для того, чтобы плиту подключить от стандартных баллонов, в данном случае от фирмы Кавея КГФ-0220 цангового соединения, нам необходимо совместить прорезь на баллоне и язычок на плите. Установив баллон плотно, мы нажимаем на фиксатор, и плита у нас готова к эксплуатации. Закрываем защитный куфр, поворачиваем регулировку газа до конца, срабатывает пьезоэлемент, и плита готова к эксплуатации. Для того, чтобы выключить плиту, необходимо повернуть регулировку до конца вправо. Размеры плиты у нас получается длина 335 на 290 и высота 88 мм. Вес плиты килограмм 700 грамм. Расход газа максимальный 180 грамм в час. Максимальная мощность плиты 2,3 кВт. Для транспортировки вам не обязательно вынимать газовый баллон, достаточно просто поднять защелку вверх. В таком состоянии плита безопасно транспортируется в пластиковом кейсе. Интернет-магазин ToCamp, туристическая газовая плита от компании Следопыт Power. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендуем.